Всем привет, друзья! Вы меня попросили снять видос, сколько я подтянусь с 32 килограммами с гирей. Если я подтягиваюсь с 24 килограммами где-то 16, около 17 раз, то есть беру мастера спорта, то сколько я сделаю с 32 килограммами, сегодня мы посмотрим. Полетели. Друзья, меня часто спрашивают, где найти разряды по стритлифтингу. Вот, пишите в гугле «разряды стритлифтинга 2018», открываете табличку, то есть что нам нужно? Нам нужно много повторочка. Вот подтягивание на турнике по многоповторному стритлифтингу. Допустим, берем на мастера спорта вот с 32 килограммами. 6,2 коэффициент. Вот здесь рассчитывается, вот формула написана. И рассчитываем. Свой вес умножаем на 6,2 коэффициент. 6,2. И делим на 32 килограмма гирю. Мне нужно сделать 13 повторений на мастера спорта. Давайте приступим. Данек тоже пошел со мной. Сегодня попробует сделать всем тоже привет. Мастера спорта с 32 килограммами подтягивания. Интересно, сделает или нет? Сначала, конечно же, разминочка. Без разминки лучше сразу же не подтягиваться с 32 килограммами, потому что это вес довольно-таки уже большой. Ну и сегодня я, конечно же, подсниму последнюю свою тренировку, и уже вот в воскресенье будут соревнования. Your blood's running through my veins like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough foreplay, baby, this my domain. Don't wait. А вы пока что в комментариях напишите, прямо сейчас сделаю ли я с 32 килограммами мастера спорта. Ну а сейчас мы проверим, насколько качественные весы, просто поставим на них 24 килограмма. 24,6. Короче, на 600 грамм они врут. 72,2. Короче, у Данька вес 71,600. Сейчас посмотрим, сколько у меня. 70. У меня ровно 70. Нужно сделать 14 повторений на мастера спорта. Сейчас посчитаем, сколько у Данька. Даньку тоже надо 14 повторений сделать. Вот тут у меня две гири. Одна 24, другая... Сколько она? 8, да? Да, 8 килограмм получается, 32. Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back on... 13-й не дотянул, только 12, ну, 12, короче, с половиной. Так, нет, мастер спорта. Так ты со вторым делаешь, загреешься, нормально. Нет. Делаешь, да? Со второго я 8 сделаю максимум. Ой. Раз. It breaks itself. I'm screaming out cause I need help. And you're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. I'm screaming out cause I need help. I tried to forget, you held me back soon as we met. You were always scared of what happens next. Unprepared, so you fear regret. I'm upset, cause I wasted time. I sat at the base when I should have climbed. I stopped with the chase and forgot the grind. I feel out of place, empty inside. You thought I'd never be one of... 14 уже не пошел. Короче, КМС мы сделали, надо было сделать 12 повторений, но мастера спорта пока что не сделали. Будем стараться сделать мастера спорта. Ну а сейчас продолжим тренировку дальше. Ну что, ребят, теперь сделаем второй подход с 24 килограммами, кто больше сделает с этим весом. Thank you.
Там уже не до конца, Данек. Последние три, мне кажется, не долет. Ребят, тут единственная сложность. Тут у нас турник, ну, не полный, видите, он такой обрезанный. И нам непонятно, мы делаем на полную, либо нет. Ну, короче, пофиг. Третий подход тоже с 24 килограммами. Девять, да, было? Десять. Вроде девять. Ну ладно, пофиг. Химик по-любому, химари отвечаю. Короче, я думаю, дальше мы подходы не будем снимать, потому что мы на 24 снова пошли, а то этот химик, блин, снова делает там по 15 повторений с двадцаткой. Вообще машина, короче, в 15 лет вообще уже, короче, долбит. Будет, как не знаю, там, фищук, да, тащить через годика три. Раньше. Ну вот, вы химики все такие. Данек решил с 25-кой сделать на брусьях, на максималочку. Сколько сделаешь, 30-ку? Давай попробуем. Down on your luck, you're tired and stuck. Enough is enough, you gotta pick yourself up. Cause life gets hard, it might leave scars. Could tear you apart, if you let it be smart. Yeah, you wanna be just like the stars. Take me to Mars, high up and far. 20. Короче, вывод такой, чтобы сделать мастера спорта по подтягиваниям, мне нужно скинуть 1 килограмм и весить 69 килограммов. Тогда 16 повторений надо будет сделать. А так, когда я вешу 70, мне нужно 17 повторений. А это сложно, капец. Но попробуем, конечно. Сейчас вот до воскресенья еще недельку отдыхаю. Ну, 6 дней получается. И поедем уничтожать. Ну вот и все, друзья. Я прилетел домой. Желаю вам хорошего дня, либо там ночи, когда вы смотрите это видео. Я сейчас буду кушать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Делитесь им с друзьями. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И вот до скорого. Скоро я поеду на соревнования. И посмотрим, какой у меня будет результат. Увидимся в следующем выпуске. Пока! А жрать-то совсем нечего, блин. Горохом, что ли, обдолбаться?